Вы вряд ли знаете вот этого мужчину. А зря. Он вообще-то изменил футбол. Его зовут Вилли Гроус, и это первый футболист, за которого заплатили реальные деньги. В 1893 году Гроус перешел в Астон Виллу за 100 фунтов. Огромная сумма на тот момент. А дальше игроки только дорожали. Первый миллион заплатил Ювентус за немца Хельмута Халлера в 1968. Но сделка с Болоньей была настолько мутной, что звание первого миллионника вручили только через 7 лет. Джузеппе Савольди из Наполи. Зато со 100 миллионами все понятно. Эту планку первым преодолел Реал, купивший Гаррета Бейла в 2013-м. С тех пор понеслось. Уже 16 футболистов стоили 100 и больше миллионов. А рекорд у Неймара, за которого шейхи Парижа заплатили 222 миллиона.